Ее живет по личному графику и продолжает интриговать челнинцев погодой. Будет Автоград к концу недели нежиться под солнцем или омываться дождями, неизвестно. Но мы знаем точно, где провести последний уикенд этого месяца. Подборка самых интересных событий в Челнах в рубрике «Афиша». Веселый вечер в лучших традициях. В эту пятницу челнинцев и гостей города приглашают проникнуться татарской народной культурой. В программе фестиваль фольклора «Круглая игра». Творческие номера коллективов из Челнов и соседних городов. Открой в себе новые таланты. Школа рока ждет всех желающих на открытые уроки по направлениям на любой вкус. Вокал, акустическая гитара, клавишные, ударные и специально для маленьких артистов детское музыкальное развитие. Стражи морских рубежей. В воскресенье у мемориала «Родина-мать» состоится празднование Дня военно-морского флота России. Торжественная часть начнется в 10 утра. После к вечному огню пришедшие возложат цветы. Вход свободный. Баскетбол для малышей. Челнинская школа баскетбола Space Jam проведет в воскресенье открытую тренировку для юных спортсменов. Кроме познавательного мастер-класса, в программе веселые конкурсы и сладкие призы, а также фотосессия с талисманом команды Баксом Банни.